Во второй школе Покровска Ханголасского района проходят уроки патриотического воспитания. К каждому занятию ученики готовят доклады. Темы разные, например, родословная, по улицам Покровска, вклад родных в Великую Отечественную войну. Я написал про своих прадедушек, прабабушек и дедушек и бабушек, которые участвовали во Второй мировой войне или как-то были связаны с этим, так или иначе. И в ходе написания этого доклада я узнал много всего, я копался во многих архивах, я даже про дедушку своего не знал одного. Ну и вот в ходе доклада я узнал. В наше время, наверное, молодежь не столь обладает патриотизмом, как более старшее звено.